Инженер или нефтяник? Югорским старшеклассникам показали специальности, которые они смогут выбрать после школы. Накануне в Югу прошел всероссийский классный час «Профессионалитет. Ты в хорошей компании». Напомню, этим летом университет выиграл грант правительства РФ на развитие производственного кластера «Профьюгратек». Будет создана гибкая модель сопровождения и подготовки квалифицированных кадров для реального сектора экономики. К процессу уже подключили крупные промышленные и нефтяные компании. Они будут брать студентов к себе на практику, а после выпуска трудоустраивать. Вот эти образовательные программы, которые для них разрабатываются, они будут разрабатываться сейчас именно вместе, совместно с работодателями. То есть и учащиеся, которые будут у нас учиться, они, соответственно, будут в процессе интегрироваться уже в работу на будущих предприятиях вот, с будущим работодателем. Это помогает им определиться с будущим профессией. То, что им интересно, помогает определиться. Считаю, что это сейчас вполне востребовано. Я вот начал метаться как раз-таки благодаря профориентации. Думаю, между педагогикой и юриспруденцией.